общем, беды. И Марсиада забежала с проекта. Блядь. Мне больно, сука. Мне сейчас очень больно, Влад. Я не понимаю, зачем надо было говорить о моем прошлом. Прелесть прошлого в том, что это прошлое. Не нужно было об этом вообще упоминать. Марсиага, это что за блогерская говнина и выяснение отношений в социальных сетях? Ты хочешь со мной поговорить, значит, придешь и поговоришь. Влад Кадо не обидел. Это что за история странная? Я тебе говорил миллион раз. Я объяснял наедине тебе все причины, почему твою симпатию не могу воспринимать серьезно. Начнем с того, что у меня есть девушка, я тебе об этом говорил. Тебе на это плевать. Дальше ты начинаешь при всех мне пытаться подарить цветы и рассказать о том, что ты испытываешь ко мне какие-то невероятные чувства. А при всем при этом, знаешь, в параллель с этим пытаешься меня как-то оскорбить. Хватит цирк устраивать, и не надо на мне хайповать.